Доброе утро, друзья. Сегодня у меня ночью расцвел кактус. Первый раз расцвел. Вот. Это Манделея спигацинии. Он ночью расцвел и уже, к сожалению, закрывается. Как-то быстренько. Что я заметила по нем? Манделее нужно... Не очень холодная зимовка, а желательно можно держать даже на окне в комнате. Ну, с очень редким поливом. У меня есть еще одна манделея. Вот она, столбиком манделея хаогиана. В этом году цвела. Но, что интересно, эти растения любят сбрасывать бутоны. Так что, не очень приятно. Скоро будет цвести царица ночи. Самый шикарный цветок. Вот уже мы все ждем. Надеюсь, в прошлом году цвела в июне. Посмотрим. Наверное, зацветет в июле в этом году. И вот раскрылась моровеция. Совершенно шикарнейшим цветком. Вот так. Сейчас у нас жара, лето, и это видео я сделала для зимнего вечера, чтобы вы в тепле, при камине, если он у вас есть, сели тихонько, попили чаю и посмотрели немножечко вот такой вот красоты цветущих кактусиков. Я вам всем желаю добра, хорошего настроения. Спасибо, что вы со мной. До свидания.